Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня сравнение двух игр. Brawl Stars, которую вы видите, и вторая это будет Zuba. Я вам покажу и ту игру. Чем они отличаются, что, где круче. Ну, конечно же, Brawl он намного раньше был запущен. Это давняя игра, и здесь очень много миллионов людей, которые играют, турниры уже и прочее. Ну, поехали, разберем это все в геймплее. В общем, на сегодня здесь есть 32 бойца, и самое основное, что их каждого бойца, в принципе, и самый большой плюс этой игры, если вы его выбиваете с Бравл боксов, которые сзади меня, ну, в принципе, это и не есть проблема. Если вы их выбиваете с Бравл бокса, вы набираете определенное количество очков героев и потом прокачиваете до 10 левела. Здесь, как видите, эти Бравл боксы даются за жетоны, можно собирать и звездные жетоны. Ну, есть, конечно же, донатные, которые тоже, в принципе, покупаются и открываются очень легко, если вы играете с донатом. Есть скины, есть куча локаций. То есть, если сравнивать по локациям, да, вот посмотрите, сколько? 8 локаций, да, вот. То есть разные карты, карты меняются там раз в сутки, разные ивенты, куча всего. В этом как бы и плюс этой игры, то есть вы можете зайти в любой игровой режим и пофаниться. Героев очень много, все разнообразные, тиммейты можно по трех, по двух играть, можно соло бегать, то есть вариаций очень много на сегодня. Также есть разные суперсилы. Сейчас мы зайдем туда. Давненько я уже не бегал в Brawl. Ну, здесь я играю с рандомщиками. Ну, как обычно, лагают серваки. Без лагов, короче, никак. Наверное, запускать свою супер ульту. Как видите, 3 на 3. Ну, здесь в Бравле, конечно, карты не такие большие, ну, кроме шадашки. Это я в рандомчик зашел, 3 на 3, блин, не привык. Радует то, что некоторые герои реально поменяли, смотрю, и дальность атаки. Надо будет пересмотреть это все. Толку от этого прыжка никакого нет. За что я люблю Бравл. Да, конечно, наша Шелли. Блин, не успел. И не туда, и не сюда. Ну, 30-ки у нас Шелли. Что-то без ульты даже. Ну, это рандомчик, и здесь подбирают разных противников. То есть в рандоме вы можете попасть на любую силу от первой, ну, от первой, в принципе, нет, но в основном 7, 8, 9, все зависит от количества кубков. Давайте еще разок сбегаем, понубим, я вам покажу остальные режимы. Можно, видите, как играть на автоатаке. Можно наводить.
Шелли разошлась. Бро, ну куда ж ты меня бросил-то, а? Ну, писец какой-то. Сейчас его там сольют нафиг. Вот смотрите, сейчас его просто нафиг снесут. Вот вам и рандомщики. Ну, хоть не дал. Ну да, это было реально очень умно. Пиздец. Блять, ору, это вообще просто жесть. Что здесь творится? Вроде сейчас мы... Да ладно, еще давайте его еще раз слейте. Ну, в общем, такие вот здесь замесы, ребят. 3 на 3. Как видите, довольно-таки весело бывает. Разнообразие героев очень большое. То есть, героев уже дофига. 32 бойца, у меня даже двух нету. У каждого героя есть, ну, на сегодня по 2 звездных силы. То есть, каждая дает свои определенные какие-то умения. Об этом я рассказывать не буду. Вы, в принципе, и так можете зайти посмотреть. Скины. Куча игровых режимов. Вплоть до того, что вы можете поиграть с друзьями. То есть, дружественная игра. Выбрать локацию, пригласить друзей. И поиграть там одиночные, парные. То есть, как видите... Здесь вариаций очень много разных. Можно на перехват. Короче, все, что хочешь. Игровых режимов реально дофига. Вот этим игра и берет. То, что вы можете поиграть как с друзьями, так и против других игроков. Есть сезон. Есть вот стандартные награды, которые вы получаете. Сезон заканчивается, и кубки бойцы, набравшие больше 550 уже трофеев, теряют, было раньше 500, уже 550, то есть видите, какие нововведения повыводили. Ну, то есть максимум трофеев, куча всего, что у вас было, вы это все можете увидеть. Магазинчик, где можно купить и новых, можно купить скины, разные расходники, ну, то есть такое. Карты. Вот чем разница? Посмотрите, сколько здесь карты. Мы сейчас перейдем с вами в зубу. Покажу вам, что есть интересного в зубе. В принципе, все. Я вам уже рассказал, показал. То есть, основное здесь. Вы также можете получить звездные очки для скина. И билетики для прохождения определенных локаций. Монеты. Ну и, конечно, донатные кристаллы. В общем... С этим, думаю, все понятно. Поехали во вторую игрушку. Это у нас зуба. В чем разница и что это за игра? Эта игра вышла пару месяцев назад. Похожи, очень похожи игры. Как видите, магазин донатный. Здесь вы можете покупать осколки как за монетки, так и за донатные кристаллы, за алмазы. Сундуки, из которых выпадает дофига разных итемов. Но в чем здесь... разница. Персонажи здесь сколько там у нас уже их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13 персонажей на сегодня. Персонажи имеют свою определенную кайфовую озвучку. Каждый скин имеет озвучку. Но разница в чем? Если в зубе вы
получаете героя, прокачиваете ее до 10, получаете суперсилу, то здесь же левелов у нас немножко больше, с каждым левелом улучшаются статы, причем конкретно, но самое основное, вы здесь можете собирать героев за счет предметов, то есть как хотите, то есть есть куча разных предметов, которые дают разные вариации героя, вариаций дофигища. Каждому герою есть, ну вот видите, есть какие можно итемы использовать, какие нельзя. Поэтому вот разница в этом очень колоссальна. Плюс здесь вы набиваете за каждый бой звездочки и получаете сундуки, которые можно открыть со временем. Если в Бравле вы получаете итемы и потом они превращаются в сундуки, ну, жетоны, они превращаются в сундуки, и вы их можете открыть сразу, то здесь же построено все на то, что надо время. Если вы донат, вы можете эти сундуки ускорять, открывать за донат, то есть там совсем по-другому. То есть в этом и разница вся. Сейчас мы пойдем с вами за фармию. Так, могу улучшить. Давайте улучшим. Ботинки туриста. Также здесь есть ежедневные задания, как видите, вы их выполняете, получаете определенные итемы. Есть сезон. Сезон он заканчивается через 2 недели. Кубки скидываются точно так же, но если вы получаете мастера, вы можете повторно, чем больше кубков вы нафармите, повторно забрать награды. В этом как бы плюс для тех, кто не донатит. Чем больше они будут играть, тем больше они плюх в итоге потом получат, за которые они смогут прокачать. Так, это пакеты. Плюс есть здесь есть гильдии. Ну, точно так же, как и там, но здесь, если кто-то с гильдии покупает пакеты, они добавляются в пакеты клана. Если вы донат, вы можете потом дополнительно получить еще самоцветы. Это очень круто и очень хорошо, когда у вас донатная гильдия и вы донат, то есть вы можете дополнительно еще получать сверху нормальное количество самоцветов. Дальше. Режимы. К сожалению, здесь пока только одна карта. И только пока есть возможность либо соло, либо в дуэте бегать. Ну, в дуэте с гильдией очень нормально бегать и фармиться. Соло, сейчас вы увидите весь прикол соло боя. Карта большая. На карте есть юниты, которых надо убивать. И самое основное, в чем разница между Зубом и Бравлом, здесь вы собираете оружие для того, чтобы убивать противников. Здесь воюют звери, и у каждого есть возможность затащить даже левел выше себя, то есть, конечно, градация по левелам они немножко пофиксили в последнее время, подбор противника и некоторые скиллы, но это все равно ничего не меняет. По сути, если против вас будет на 1-2 левела выше, ему будет вас проще убить. Но бывают разные моменты. О май гад, сколько у вас тут. Ладно. Ты посмотри на него. Он, видите, 15-й уже. Уже лазит. Выжидает меня. Вот посмотрите, что он делает. Я ему нифига не могу сделать. Сейчас меня просто разберет на изи. Ну, видно. Вот так вот, ребятушки. Разбирается 15 левела. А говорят, что очень-очень плохой дисбаланс. Тут вопрос не дисбаланс, а тут вопрос то, каким героем ты будешь играть и какие итемы ты успеешь набрать. Поэтому здесь очень много решает предметы и снаряжение. Вот опять 15.
Еще один 15-й. Да вы что, издеваетесь? Вот просто на изи меня разобрал. 3 15-х, блядь. Вот так вот. Вот это называется, ребятушки, баланс. Это, конечно, в этой игре самое печальное, то, что вы можете попасться против противников, которые от вас, ну, не то что на голову, на пару левелов выше, и вам придется слить кубки. Вы ничего не сделаете, никуда вы не убежите. То есть, как видите, у меня на этом персонаже очень много кубков, мы фармили вместе с моими сагильдийцами. Если же взять вот, вот давайте возьмем, ну, давайте с ним поиграем. Этого персонажа, да, у меня на нем кубка меньше, но вот опять же. Он меня стычки нахрен снесет. Ну, как видите, панда, чем хороша, она жует травку. Здесь вариаций, возможностей очень много. Плюс, здесь есть возможности использовать некоторые предметы в бою, то есть поставить стенку, спрятаться в бочку. Вот так вот минуснули. Да вы что, издеваетесь? Откуда столько 15-х левелов? Нахрен. Блядь, что это за прикол, блядь? Вы что, издеваетесь? What the fuck? Одни 15-е левела. Куда я попал? Блять, у меня хилки нету. Успел. Это жесть. Что творится? Вот, смотрите, есть итемы, да? Вот, я только что в бочке, я не получил урона. Вот таким образом можно выстраивать какие-то строения, защищать себя от дальников. Но реально, это очень сложно. Когда против тебя на 4 левела выше персонаж попадается, ну, просто жесть какая-то творится. Но, как видите, можно даже 11 левелом его развалить. Все зависит от того, какой у тебя будет персонаж, какая у тебя будет прокачка, ну, насколько руки из жопы у 15 левела. То есть, ну, в основном 15 левела там стычки с двух просто выносит. Ну, там опять 15 левел. Лети, пташечка! Блядь, сейчас он меня вынесет. Чуть-чуть нам не хватило. Блядь, одни 15 левела. Да что это такое? Куда я попал? Ну, видите, сейчас подбор идет по кубкам. Ну, в основном. Я вот смотрю по кубкам. Ну, то есть по-разному. Вот, мы наконец-то получили с вами ящик. Так, эту миссию мы выполнили, получили ящик, и для этого надо время, то есть вот 8 часов, с этого ящика вы можете получить монеты и предметы, то есть если вы донат, это одно, можно попросить помощи у сагильдийцев, они вам помогут его открыть, либо же открыть таким образом за монетки. Вот мы получили дополнительный итем. В общем, такая вот разница, то есть одна карта, карта реально очень большая, движется зона, чего нету в Бравле, ну, в Бравле тоже движется зона, но здесь, не знаю, мне как-то повеселее, здесь бывает столько фана, особенно когда все вместе собираются, но я смотрю, что-то вообще баланс здесь просто огонь, 15 левела, да вы что, прикалываетесь что ли?
Вот я против 15-х, как вот эта вот семерка против меня. Вот один в один. То есть, как видите, разбирается. Ну, это со временем прокачивается все. Это, наверное, я зря сделал. Он меня просто развалит нафиг. Попал. Вот это есть супер оружие, оно одно на карту, легендарное, оно падает только с легендарного охранника. Его реально очень сложно получить. Так, надо отсюда уматывать. Спать нафиг, батька сказал. Вот так вот, ребятушки. Разваливаются 15-е персонажи просто на изи. Все зависит. Посмотрите, что он делает. Ладно. Я тебе сказал тоже спать. Ну что я могу против него сделать? Вот реально. Он сейчас меня забежит, стычки просто развалит. Ну, как видите, более-менее. Это жесть, ребята, вот это катка. Как вам? А вы говорите, не тащат персонажи. Это просто жесть. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что думаете по поводу двух игр. Но это просто была эпическая катка против 15-х левелов. Поэтому прожали по лайку. Всем удачи, всем пока.